уже полметра стены подняли со вторника, когда владыка осветил первый камень стены храма, алтаря святителя Петра, Преображенского собора, и наши батюшки записывают имена на все кирпичи, на которые вы пожертвовали. Это огромное количество кирпичей, это тысячи и тысячи имен, и из этих именных кирпичей будет подниматься такая огромная-огромная стена, которая накроется новой крышей нашего собора. Спасибо вам большое, все, кто участвуете в этих добрых делах. Слава Богу, нам помогают добрые люди еще. Александр, вы знаете, две машины проплатил. Нам еще осталось 13 машин. Каждая машина стоит 60 тысяч гривен. Это камень и плюс доставка. То есть в сумме можете посчитать и понять, что это еще совсем немало. Поэтому, как всегда, внизу реквизиты. Как всегда, вы можете позвонить нашему отцу Алексею и заказать эти именные кирпичики, и молебны, и сракусты. И все эти средства пойдут на восстановление нашего собора. Поэтому надеюсь на вашу помощь, надеюсь на ваше участие, что вы поделитесь видео. И обязательно с Божьей помощью в ближайшее время вот этого света не будет, а будет стоять ровная, прировная стена.